И запись пошла. Я надеюсь, что сегодня заключительный стрим прохождения Alien Isolation. И чатику здравствуйте, всем чатикам здравствуйте, даже тем, которых на экране сейчас нету. Вот, вас увидят другие люди, которые будут на Ютубе или где-то еще смотреть воды когда-нибудь в далеком-далеком будущем. А, собственно, что хотелось бы сказать. Вчерашний стрим был немножко потерян в плане записи, но там, в принципе, ничего интересного не было. Мы гуляли просто по корпусу всей этой станции, и я очень много времени тратил на убийство довольно сложных и проблемных андроидов в спецкостюмах. Вот, чужой тут с самого начала меня не уважает. Вали отсюда. Видите, насколько он меня не любит. Мало у меня хп, и на самом деле лучше бы я умер. Хп слишком много, а ингредиентов очень мало. Но тем не менее, будем пытаться сейчас найти выход. Сейчас мы вспомним задание, куда нам надо идти, и там уже что-то будет происходить. Но, я знаю, что не записалось. Поход в реактор. А в реакторе мы сожгли огромное количество яиц, и там целое гнездо чужих было. Блин. Ну да, что делать? Что делать? Да, вот так вот. Не подумал наперед, получил за это. Чего не получил. Все, загружаемся и поехали. Всем приветики. Добрый вечер. Сегодня, надеюсь, заключительный стрим. После прохождения Чужого будет фильм Чужой 2. Вчера мы на стриме смотрели первую часть. Так. Значит, что у нас за квест? Мне сейчас нужно спуститься на один этаж ниже. Чужой сам по себе ходит везде, где угодно. И причем это даже не один Чужой, их много. Теперь их много. Приходит по всей станции. Причем не только за мной. Значит, давно ли я был? Я есть. В Тимспике когда я был? О, был в Тимспике недавно. Забавно. Серия. Ой. Боится этот парень, боится. Так, мне нужно пройти по коридору до жилой зоны. Выдвинуть буксировочную платформу под терминалом космопорта, чтобы бежать на Торренсе, пока Севастополь падает на газовый гигант KG-348. Все довольно понятно. Как-то в открытом космосе гулял, классно же было. Да, было клево. Было клево. Ничего не скажешь. Так, мне сейчас как? Прямо и налево. Звуки просто божественнейшие. Так как чужих много, здесь надо очень аккуратно передвигаться. Ой! Чёрт! Фокс на ютубе ник сменил? Да нет, не менял. Как так-то? Первый раз меня утащили, причем оттуда ничего не текло. Совсем ничего. Никс, нажми F5. Да не, я аккуратный был. Я же по сторонам смотрел, полз. Ну... Кто знал? Причем реально первый раз. С вчерашнего дня? Не, это только начало стрима. Только-только начало. Эскада ТВ, отпишитесь, пожалуйста, что у вас стрим работает. Так, пристыковать Торренс. Погнали. Посмотрим. Что там? Что нас ждет? Реально много.
точки сейва. Не, я же говорю, Никс, это только-только начало. Стрим не работает. Ну да, конечно, не работает. Не повсюду просто. Некоторая часть из них смогла... Это что значит? Я же не шумел. Так. Кого генератор? Нет. Ой. Аккуратней. С этого места начиналось с 4 часов. Игра в 10 минут назад закончил. Но мне вчера сказали, что до конца час или два. По крайней мере, говорили. Говорил кто-то. А! Почему она руки заложила крестом? Оу. Она закрылась руками и даже не хотела доставать оружие. Не понял. Короче, надо как-то пробраться туда. Так я не полз в костер, костер был на соседней линии. Я был вообще под лестницей. Ни себе, ни людям. Ну да. Это они могут. Ну давай, загружайся, быстрее. Я же хочу. Ребят, вот вы смотрели предыдущие, ну, других стримеров прохождения Алена, кто смотрел? Сколько примерно до конца, по вашим ощущениям? Начал я тогда же, во сколько и все последние 5 дней. В одно и то же время начинаю, каждый раз. Причем я знаю, куда мне идти. По какой-то тропе, дороге. Долго загружается? Не знаю. Место на компе есть. Вчера говорили люди прям буквально, час-два осталось. Я специально решил отложить. О. До 40 минут один чувак дошел. Но это нереально. Ой. Блин. В предыдущий раз он за стеклом меня увидел. Блин, там же сейчас чел будет. Что мне с ним делать-то? Надо по коридору все время. Вправо, дверь, и вот выход, куда мне надо. Аккуратненько. Оно меня нашло! Ты не говори, что ты меня услышал. Модно стало стримить хорроры. Что значит модно? Вышла новая игра, ее все хотят постримить. Чем-нибудь модно. Хорроры выходят очень редко же.
Что за кирпичи на карте? Какие именно? Вот эти? Ну, это какой-то хлам, который можно собрать, или там патроны, что-то такое. Четыре желтых... А, четыре желтых квадратика — это... энергосистема. Это хорош! Блин, почти патрон не осталось. Вот. Так, доступ к дверям. Я сейчас... Ай. Сдохни. Не выдержал аптечку. Они очень агрессивные стали. Они явно не рады тому, что я убил их детей. Хотя кто будет рад, если их детей убьют? Так, направо. Где-то здесь был сейф. Точно помню. Это путь к транзитам. А, это выход наверх. Отлично. Нет! Блин, я не успел нажать. Офигеть, вот видели? Я полз. Я полз, я не издал ни единого звука. Ни единого. И он просто спрыгнул и увидел меня. Они вообще сумасшедшие. И у меня нет ингредиентов для аптечек. Я даже ни одного, наверное, выстрела не выдержу. Меня сразу убьют. Сколько их? Ну, я видел как минимум 5. Я сомневаюсь, что их меньше. Так, пристыковать торренс. И для перестрелок я сейчас не очень готов. У меня все плохо. Звуковой генератор не сделать. Думаю, как-то подсуетиться можно. Чем всего один? Опять да? Что ты сказал, когда ты сдохнешь? Оу. Ой. Палки шатаются, или это мне кажется? Дать энергию транзиту. Дать энергию, дать энергию. Просто если я его сейчас завалю, нам один друг точно придет. Придется. Никому нельзя верить. Каждый сам за себя. Как, собственно, эту энергию-то дать? Нужно нажать-то. Ой. Мне конец. Мне конец. Как дать энергию транзиту? Нет, 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 нет! Ну блин! Фак. Далеко идти, опять же далеко идти. Все это заново проходить. С момента сейва. О, с момента двери. Отлично. Это же просто отлично. Фига бы ушуметь. А как я должен понять, куда мне идти, если я должен убить этого чувака, чтобы его убить? А, сейв! Там есть дверь, короче, есть ионный резак. Сохранять игру я здесь не буду, она и так вроде как сохранена. Хотя... бывает такое, что это типа чекпоинта.
И сейвиться лучше у таких штук, потому что если игра, допустим, вылетит или упадет свет, или что-то такое, то на этом чекпоинте я не останусь. Как-то нужно привлечь внимание. Хорошо, хорошо. Уми только. Нет, в него-то я кину, но чужой-то все равно придет. Я не могу убежать, мне нужно его на резак использовать. Вон у той двери. Я не могу просто взять и свалить. Так. Что у нас с радаром? Может, в эту комнату как-нибудь заманить этого? Здорово. А в это время этого парня убить? Так, типа, вообще без палева. Блин, сейчас. Двери вот. Вот, мне нужно в эту дверь. Чувак стоит здесь. Чужой откуда угодно может вылезти. Так, что у меня есть-то? Огнемета у меня очень мало. Я много потратил. Нет, даже если его чужой убьет, мне нужно время на резак. Дверь рядом с сейвом? Нет, вот дверь. Вот сейв, вон дверь. Блин. Давайте, ладно. Флэш, подходи. Не, ну это уже не серьезно. Это уже не серьезно. Норм. Прикольно. То есть просто на ровном месте. По-моему, нам сегодня не дано это сделать. Да, хорошо, что сохранился. Так как это был всего же чекпоинт, а не отдельный сейв. Я предугадываю просто события. Если бы я еще предугадывал, откуда чужой вылезет. О, было бы здорово. Но нет. Так, сейчас. Что за звук? Что это такое? Блин, может как-то можно его со спины, а? Как-нибудь подойти к нему. Подкрасться так заметно. И по башке! Все. Жив, цел. Я не помню, откуда я это вспомнил. По-моему, из «Джентльменов удачи». Или откуда? Так. Я должен дать питание для транзита, чтобы добраться уже до... Вот докуда я не помню. А, я должен соединить же эти... корабли. Здесь ничего нету. Что это? Топливо огнемета. Сколько, сколько, сколько? 30 патрон? Что? У меня один маленький вопрос. Как мне 30 патронов огнемета помогут? Так. Ошибка ноу. Закончилось. Именно закончилось, я иду домой.
Ты придешь ремонтировать систему за те 3 часа, пока меня не будет, пароль 1851. 1851. Это Синклер. Вот что, парни. Я ждал вас уже слишком долго. Вырубаю электричество и уезжаю последним транзитом. Мы не можем держать убежище открытым. Если внутрь проберется хоть одна тварь, со всеми припасами и оружием можно попрощаться. Мы запремся и будем сидеть, пока не придет помощь. Уж простите, но вы сами виноваты. Нечего было ломиться к кораблю, который не прилетел. Так, не прилетел, да? Дать энергию. Как же дать ему энергию? Это лифт, я с него приехал. Это дверь сейва. Здесь дверь закрыта. Вот здесь, наверное, что-то может быть. Я туда еще не ходил. Умные транзиты. Аудиозапись тише, чем вчера? Да нет. Может, голос просто у него тише. Здесь тоже ничего нет, ребят. Как быть? Как же быть, как же быть? А вот эта дверь не открывается? Там какие-то компьютеры стоят. Подача энергии. И что? Вторая дверь кодом. Семнадцать пятьдесят один, да? Вылезет еще. А, вот эта дверь. Блин, я боюсь. Так. Ой. Я помню прекрасно. Ой, не читаю, где? Чужого позвать? Ага, он точно поможет. Так, ну ладно, давайте засейвимся, чтобы потом все эти действия не повторять. Два сейва в одной комнате довольно странно. Жалко, нельзя вообще любую стену разрезать, любую дверь. Так, включаем питание. И на полурабочем одном транзите валим назад. Правильно? Вот свет, в принципе, врубать было не обязательно. Весь этот шум, кстати, может его привлечь. Мама, возьми меня домой. Транзите. Теперь открылась дверь, появилось питание у дверей. Не-не-не. Закройся. Ты чё ж ты там бродишь-то? Ну давай я тебя с собой на транзите возьму, только не убивай меня. Блин, чё он там бродит? Чё отсюда? Кошака на тебя натравлю. Блин. Стрёмный. What you miss? Nothing important. Only fear. And some aliens. О, тихо! Вот в эту будку надо. Давай, дружок, меня нет. Не-не-не-не. No. Тактика волшебного ящика.
Блин, а. О, Пуфик, привет. А! Черт. Они просто захлопнули дверь перед моим носом. Я слышу их сквозь пол. Мне недолго осталось. Синдлер и его люди забрали все запасы продовольствия и большую часть оружия. Но я также слышала детские голоса, а раньше еще удивлялась, куда пропали все дети. Может, они спасут детей, этих тварей? А, что? Я надеюсь на это. Вопреки всему. Блин. Пипец, он хвостом разбивает бочки, коробки. Голос Малышевой? Да не. Запись не слышно? Но она не может быть тише, ребят. По идее. Я не менял звук. Да хорош. Так шустро ходят. Войне опасно. Ну давай, дружок. Давай, дуй отсюда. Будь любезен. Проваливай. У нас тут время идет. Мы еще фильм хотим посмотреть. Вали отсюда, тебе говорю, быстро. Да он какой-то неопределившийся, блин. Никак не может понять, что здесь никого нет. Уже бы столько народу поубивал на других станциях. Транзит его покатался. Ух. Пока его нет, надо валить. Надо валить. Сейвиться надо и валить транзит быстро. На фаленс. Блин, может спидранчиком, а? Так, а мне же... А, мне же на первый транзит, да? Так, дверь не трогай. Пока он приедет, еще неизвестно, что произойдет. Оп! О, как дырка-то, кстати. Можно кинуть, конечно, что-нибудь. Даль, в конец комнаты. Если вдруг сегодня стрим не закончится, ну, в смысле, прохождение, завтра будет 5-й стрим, сегодня 4-й. То же самое время, 8 вечера. Такие игры всегда лучше проходить в одно и то же время и по вечерам. Ничего не пропускать, самого интересного. Давай, 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 быстрей. Ух. Интересно, а если чужой сюда забежит? Что будет? Сегодня сходи их стримить? То так же, как обычно. Я же всегда стримлю там до часу, до двух ночи. Такой звук, как будто ракета мимо пролетела. Причем боеголовка. Ой. Так, Рипли. Сейчас мы будем готовиться к автоматической стыковке.
Связь временно пропадет, пока мы не выйдем на орбиту постепенного снижения и не займем позицию для стыковки. Мы ждем, пока вы развернете зажимы буксирной платформы. Сама не знаю, как вы меня на это уговорили. Так. Так, попасть в космопорт живой зоны. Прямо направо, налево. А, та же самая. Абсолютно зеркальный уровень. Абсолютно. Там не было. Да. Оп. Это я удачно зашел. Ой-ой-ой. Так, мне же прям сюда. Фух, успел. Просто короткими перебежками такой, вот такой гугу. Нет, адоп. Отличная, отличная. Ой, что? Блин. Ой-ой-ой! Пикачу! Так, стоп, а у меня сзади сейв был, что ли? Да выйди! Так, что с чуваком делать? Блин, так, шокер. А, дробовик, шокер. Раз. Два. Три. Трубу твою шатал. Тут большой выбор. Уже станция наклоняется. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации. Так, нужно ли мне сюда? Я не уверен. Если карта не открыта, то было бы неплохо. Хотя бы проверить. А можно было бы обижать, не тратить патроны, которых и так практически нет. Лама слишком много, сенсоры есть. Стоп. Стоп, это просто... Чтобы спрятаться, и все. То есть даже люка никакого нет? Не может такого быть. Давай, открывай что-нибудь. Ну ладно. Это первая вентиляция, в которой нет выхода. В ней постучать, например. Ну, чем-нибудь по стене. Может прийти. Ой-ой-ой. Так, там был большой генератор, который я включал. Значит, мне сейчас... Сейчас далеко. Звук противный. Знаете, что еще вчера не записалось? Момент с экшеном. С офигенным экшеном. Когда там все взорвалось и уничтожалось. Блин, хоть перепроходи, ей-богу. 4 часа прохождений. Ты дурак, а? Предусмотренный.
Сейчас станция уже к чертям пойдет. Та-па-пам. Ты здесь ходишь-то? Представляете себе, если бы у этой штуки заканчивались батарейки, и она бы из-за того, что слишком долго ты ее держишь, она бы не работала. Ну да, ну, слава богу, это место записалось. Я пытался запереть чужого. Револьвер вообще самое бесполезное оружие в этой игре. Здесь все время, что ли, ходит? Представляешь, если бы ее не было. Я бы даже не удивился. Так, слушайте, а мне прямо и направо, да, я так полагаю. Там какая-то штука. Что, братень, давай. Тревога! Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации и ждите андроида-спасателя. Андроида-спасателя? Плохо. Так, пропуск какой-то необходим. Я сомневаюсь, что он здесь прямо-таки понадобится. Вот эта штука мне пригодится. Хоть бы он не вылез. Давай-давай-давай, быстрей. Так, за бортом тут есть кто, да-да-да. Что полезного? Как же сюда пролезть? Там же не было, да? Не утилит ничего. Отказ орбитальных стабилизаторов. Покиньте станцию. Покиньте станцию. Не могу тут оставаться. Пустите меня там. Моя жена, она подтвердит там, кто я. У меня есть припасы. Пожалуйста, кто-нибудь ответьте. Так, это все круто. Но идти-то куда? А, справа. В конце коридора справа должна быть дверь. Ой. Меня чуть не накапало сверху. Включить генератор? Ой. Нет. Неверный код. Всем ладно, здесь какая-то хрень лежит. Это надо. А как вот в дверь-то зайти? Где пароль-то искать? Неужели он был не написан? Возможно, в самом низу документов. А может быть в журнале? Каком-нибудь. Координаты Торренса за бортом. Последний рубеж. Нет, это все не то. Вот на чертеже. Это не то. То. Да, надо посмотреть сообщение на терминале. Еще раз. Ой. Да нет. Стоп. А, 1984. После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию. Не нужно, я положил куда обычно. Ты понимаешь, о каком месте я говорю. Я сменил код, теперь это 1984. Бери и пользуйся. Только должен будешь притащить нам, что обещал. Мы посмотрим тебя в ходе. Я уверен, у тебя будет при себе что там. То, что нам нужно. Та-па-пап! Блин. Не-не-не, меня тут нет. Я так, для мебели. Ну ладно.
Черт. Черт. Ну почему? Не, ну если так медленно проходить, то я, наверное, и сегодня не осилю. Хотя было бы неплохо. Где я? Короче, 19. Блин. Раз, два, три. Три левые и один дробовик. Ой, точнее, два. Два на три. Тревога! Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации и ждите андроида-спасателя. Не 1894 разве? Очень много времени на него тратишь. Что я буду потом без огнемета делать? Я не понимаю. Отказ орбитальных стабилизаторов. А. Покиньте станцию. То я ползу. Станцию. Привычка. Ладно, все, верю. Да ладно! Пока не прочитаешь документ, не появится код. Офигеть. Как так-то? Как чтение документа без какого-либо подтверждения зависит от того, доступна ли мне возможность вести его или нет? Девятнадцать восемьдесят четыре. Может, Е надо было нажать? Внимание! Подожди. Всем покинуть станцию. Это же все умерли. Какой всем-то, дружище? Ай. Так, а чё я открыл-то? Так, у меня есть пропуск. Пропуск от той штуки, которая откроет мне проход. Антиспидранный режим. После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию прежде, чем система безопасности даст разрешение. Тихо. Очень уж долго они здесь гуляют. Ай, 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 нет, нет, до последнего прям вот ко мне подошел, прям в упор. Можно опустить, а? Здесь не у всех подвагивает. Длинный коридор. Я здесь был, что ли? Да, мне. Ой, я вечно иду не туда, куда мне надо. Тридцать пять огнемета. 35.
А. Я уж на секунду подумал, что у меня проблемы. И я что-то где-то не сделал. Представляете себе, приходишь такой длинный путь, там находишь все эти пароли, открываешь компы, взламываешь все двери. Приходишь такой, а ты забыл в начале игры. Внимание! Нажать кнопку. Покинуть станцию. Я вот пытаюсь ее покинуть. Так. Найти другой путь. Они придумывают сюжет на ходу. Так, я видел сейф. Ага, закрыто. Понятненько. Очень подозрительный коридор. Я же поворачиваться здесь не могу, да? Может быть, я мог отпереть проход? Может быть, надо было подойти к чему-то? Да не хотелось бы. Так, перезакрыто. И сделать. И тут закрыто. А, нет. Тревога. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации и ждите андроида-спасателя. Сейф! Чувака смотреть срочно. Срочно. Дружище, что у тебя есть? У меня до сих пор, наверное, нет ингредиентов на аптеку. Ежиш! Так хоть поприятнее как-то. Батарейки, это важно. Так, дверь запилена. Самое частое задание, конечно, здесь, в принципе, это включить питание для двери, чтобы открыть замок, для которого нужно включить питание, чтобы потом включить питание для чего-нибудь еще. Покиньте станцию. Покиньте станцию. Хорошо, я сюда добрался, что мне это дает? Сейф у меня есть. Туннель. Да? Туннель. Меня терзают смутные сомнения. К чему-то сегодня я определенно приду, но вот к чему неизвестно. Станцию покину? Да не вопрос. Сейчас все сделаем. Так. Генератор не работает? Так, а люков в этой комнате же нету. Все, он меня здесь убить не может. А он через эту штуку может вылезти? Так, если я пришел в эту комнату, здесь нужно включить питание. Включить я его здесь не могу. Это даже не карта. Вот что, парни. Люк, лестница. Берите все, что найдете. Блин, а чё, что сделать-то? Я нашел хорошее местечко. После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию. Что-то бак, а? Лампочка зеленая. Надо выстроить оборону как следует. Людей больше не берем, а вот еду, воду, лекарства и оружие, пожалуйста. Уж простите, мы должны забыть.
пропуск. Может, что-то здесь сделать надо? А, чужой рядом. Блин, он не работает. Он реально не работает. Кто не нажал-то? Тревога. Пройдите в назначенный вам пункт. Нет, ну он работает, но нажать-то я не могу. Да ладно, пропуск из руки у него не взялся. Так, а... и? Ну-ка еще раз. Нам нужны припасы. Берите все, что найдете и у кого найдете. Я нашел хорошее местечко в жилой зоне. Ребята сейчас заваривают вентиляционные люки и вырубают лифты. Мы не можем держать убежище открытым. Надо выставить оборону как следует. Людей больше не берем, а вот еду, воду, лекарства и оружие, пожалуйста. Отказ орбитальных стабилизаторов. Что с ним делать? Покиньте станцию. Покиньте станцию. Здесь нет вообще ничего. Сори. За этой дверью? Не, ребят, у меня что-то багануло. Внимание! Всем покинуть станцию. Понятно. Ой. Как я вовремя это сделал? Жесть. Просто жара. Что здесь надо сделать? Еще одна комната. Это же комната с сейвом. Та самая. После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию прежде, чем система безопасности даст разрешение. Блин, дерзкий. Куда ты пошел? Подруга дней моих суровых. Улезай, давай, 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 давай. Тревога. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации и ждите андроида-спасателя. Гениальная фраза. Зачем вы в такие страшилки играете, я бы не смог. Ну так поэтому мы играем, потому что ты не можешь. Стримеры стримят то, что не можешь постримить ты. Блин, пацаны, у меня... Что значит генератор работает? Куда идти-то? Короче, ладно, идем по радару. Я не понимаю, что я сделал. У меня... Я включил питание, я открыл дверь. Дальше по коридору ни одной двери нету. Рандомно бегает чужой. Не, он... Он не рандомный. Ой. Отказ орбитальных стабилизаторов. Покиньте станцию. Покиньте станцию.
Последовательность клавиш и зергов, чтобы добавлять заказанную армию в личинках уже имеющейся армии. Выделяешь то, что тебе нужно, нажимаешь Shift 1, добавляешь к единичке, если армия на единичку была забинжена. А вообще рекомендую посмотреть мой гайд по настройкам Старкрафта. Или зайти в настройки Старкрафта и почитать все самому. Тихо! Где я? Куда мне идти? Куда? Как сюда пройти, дружище? Здесь была... А, вот. К этой двери я должен был дать питание. Нет. Я не понял. Да, что ли? Там тупик. Может, там люк какой-нибудь был, а я пропустил. На генератор-то... Почему вот эта штука горела восклицательным знаком? Ведь генератор я не включал. Он и был включен. Может быть, выключить его надо? Народ, кто шарит? Иди по радару, иду. В любой непонятной ситуации включаем радар и идем по радару. После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию прежде, чем система безопасности даст разрешение. Стоп, я не был в этой комнате. То есть был. Ой, не-не-не-не! Я не засейвился. Кто мне говорил про кулдаун сейвов? А почему я не был в этой комнате? Тут большие компы. Нет, здесь я не был. Или я видел эту дверь, но сюда не пошел. Я так понимаю, в следующей комнате в этом этапе. Пройдите есть в назначенный вам пункт эвакуации и ждите андроида-спасателя. У моей двери вход, где обратно надо. Ну, радар показывает прямо. О! Что? Что за врыв такой был? Со свистом. Он перепрыгнул эту ограду. Блин. А вот теперь мне, похоже, не хватает генератора. Только не говорите, что я должен был его нажать. Отказ от питательных стабилизаторов. Покиньте станцию. А, что? Отличненько. Ой, бело. Фак. Что? Запустить генератор? Пройти вот так вот, запустить его, потом вернуться обратно и сюда? Что? Ой. По-моему, нас тут не двое. Ой. Внимание! Всем покинуть станцию.
Наверное, за аэрохоккеем ты ходить не будешь. Ты будешь открытое пространство, правильно? Где комфортно и уютно. Уютненько, комфортненько. Давай, проваливай. Не-не-не, ты меня не видишь. Блин, почему нет функции лечь на пол? Потому что ты такой противный. Приколись, если бы было бы несколько в каждой комнате. Я бы уже наложил. Ох, далеко идти. Не очень хорошо. Свет не врубить. Слушайте. Вообще. Товарищ. Говорил, что они неплохо ориентируются с факелами. Ну, то есть обращают внимание на факелы. Так без палева бесшумно залез. О, черт. Не-не-не. Так. Тревога. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации и ждите андроида спасателя. О-о-о. Артур не врал. Артур! Здесь? Я хоть туда ползу-то. То есть только так и по-другому никак? А вот здесь разве входа не... А, ящериц нет. Его, по-моему, кинуть нельзя. Я не уверен. Какого черта? Да... Блин, ну писец, он просто повсюду. Куда ни плюнь, он везде вылезает. Я удивляюсь, как проектировали вообще то, что тебя чужой заметит или не заметит. Охренеть теперь. Внимание. Ой. Вообще не пропускает туда никак. Блин, сделать что-то шумовой генератор. А-а-а! Чёртов генератор. Отлично. После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию прежде. Теперь в ту комнату, да? Безопасности даст разрешение. Как же мне надоело это питание включать. Мне такая музыка не нравится. Thank you.
Не, мне такая мне музыка не нравится. Давай быстрее. Что же без нее? Ой. What do you think about it? Как же ты надоела. Ну, сейчас сюда пойдет. Так. Fire. Использовать. Прицел. Что, он стоит, смотрит на него? Внимание! Всем покинуть станцию! Это непроходимое место. Я один раз тоже запнулся вчера. Одним дроидом конченным. Вон он. Ой! Ну да ладно! Он забил. Он просто забил на огнемет, его насрать. Ой, я никогда это не пройду. Но этот даже не убежал. Господи, надо просто добраться до этой сраной двери и все. Короче, насрать на эти факелы. Насрать на него. Я его не вижу. Значит, он меня тоже не видит.
Неплохо. Если это в сейф не войдет. Блин. Достал. Ой. Черт. Я промазал. Я думал, можно через верх перекинуть. Пунивур, где ты? После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию, прежде чем система безопасности даст разрешение. Потратил зря целую гранату. Ладно, еще есть. Если в этой двери ничего нет, или не дай бог, там нет лифта или что-то в этом духе. Тревога. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации. Да ладно! Ну это бред вообще, ну... Почему настолько жестко-то стало? Охренеть. Охренеть. И ползи туда, урод. Фу, наконец-то. После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию прежде, чем система безопасности даст разрешение. Finally, finally. Закуток такой странный. Так, есть один выход. Один выход. Куда выход? Отлично, наша миссия. Севастополь! Это Диана Верлен с Торренса. Пытаюсь причалить к грузовой платформе под космопортом. Могу забрать выживших. Будьте любезны. Фу, да ежишь. Таким трудом. Я жив, я добрался. По крайней мере, до этой точки. Дело не в том пути. Да нет, слава богу, в том. Аптечки? Я боюсь, что у меня вообще ничего нет. Одну есть. По-моему, даже не последнюю. Не, на последнюю. Тревога. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации и ждите андроида-спасателя. Так, андроид-спасатель. Сейф. Что-то ноги все отсидел. Так, что в этой комнате интересного есть? Помогите. М-А. О. Я только хотел сказать, здесь как-то поуютней. Севастополь. Мне бы что-нибудь полезное найти. Так, это что? Это большие ответвления. Хотелось бы их проверить. Закрыто? Да ладно. Внимание, акция, не пытайтесь вернуться на станцию прежде, чем система безопасности даст разрешение. Это откроется, наверное. Блин. Ладно.
Тут нет вроде ни дырок, ничего. Боже, ну самое красивое, что есть вообще в этой игре, это огонь. Самое красивое. Он просто офигенен. Да, это самое начало, когда я только зашел на эту станцию и пытался найти проход. Помните вот это место? И в этот люк я лазил тогда. После многочисленных требований рассказать правду о том, что происходит на Севастополе, начальник службы безопасности Уэйтс наконец объявил собрание. Но ничего конкретного мы так и не узнали. Он снова началась паника, и служба безопасности силой выставила людей из терминала. Как только появятся новости о возобновлении полетов, мы вам сообщим. Распоряжение начальника службы безопасности. Что такое Apollo? Это суперкомпьютер, который управляет рабочими андроидами компании Sixon и обслуживает все каналы связи на станции. Где вы ни находились, вы в надежных руках. Привет вам будущему. Да, Севастополь, так она и называется. Так, а чё мой радар показывает влево? А здесь что? Так, аварийный шлюз, ля-ля-ля. Это я раньше нажимал этот генератор. Чего его? Я как бы вот туда. А с той стороны есть лестница, куда пройти? Здесь же все должно быть симметрично. Да. Как раз лестница на первый этаж. Тихо. Что, погнали, режем. Просто как кино. Лифт. Вроде безопасный. Безопасный лифт. Окей. Так, значит, мы сейчас будем наверху, да? Что это значит? Наверху, наверху. Состыковка, падающий корабль. Я надеюсь, покажет. Резаком я могу управлять. То есть можно вправо резать, можно вниз, можно назад, можно против часовой стрелки, как угодно. Как хочешь, так и режешь. Ну, главное, по контуру. Чтобы вырезать замок. Отлично. Да прием. Так. О. Рипли вас слышит. Так, терминал космоса, аварийный шлюз, внешний комплекс. Космоса, космопорта. Был прямо. Я сейф пропустил? Не, я не пропустил, я не дошел до него. Это важный момент. Близко для радиоконтакта. Слава богу, Рипли, я вас слышу. Омага. Вы должны включить гидравлический привод и устроить подведение. Так поняли? Ее перекосило аж всю. Так. Даже так?
Да что? На тебе. По лицу. Есть. Шахтах. Просто только вот куда именно ползти? Или не в шахтах? Это я заблудился. Я же включал там эти включатели-то. Это не то, это что-то новенькое. Горели глаза, это верный признак того, что он заново. Да, я так и думал. Видимо, это на втором этаже. Нижняя палуба, верхняя. Куда надо было? Вниз, туда, где я уже был? Сенсор, да у меня полно сенсоров. Я, кстати, перед сами проблема. И с клеем. Остальное под завязку забито. Ну ладно, давайте вниз попробуем. Хотя, если честно, не уверен. Мой Red Air вообще ничего не показывает. Так, стоп. Я что-то отвлекся на секунду. Влево. Да. Да-да-да. Я помню, я помню. Там мы этого чувака встречали, который от меня убежал. Так, а второй, наверное, здесь. Хотя этому коридору я бы не доверял. Красиво. Здесь ничего нет. Наверху, в смысле, на втором этаже. Просто они так зеркально расположены, что я бы с удовольствием прошел бы дальше. А здесь же... Что это? Чёрт. Он там бродит. Короче, вот сюда надо, да? Вот здесь, и там должна быть лестница. Или вот сюда вот спуститься вниз. Я сейчас на каком? На нижней палубе? Нужно на верхнюю. Эта лестница, я точно помню, вниз. Или нет? Секунду. А, в комнате. Все. Сзади ком был, что? Блин, чпокер, я иногда не понимаю, ты пишешь как-то с опозданиями. Покер. Стоп. Я чё, вообще что ли лень? Гоу на лестницу, ладно, я реально не вдупляю. Так как корабль разворотил уже полностью. Поймешь. Может, в ту дверь сходить? Эта дверь закрыта. Там сверху была лестница. На верхнюю палубу. Задержка? Ну, задержка, да, она такая. Не, ну реально, реально. Я только что включу эту штуку здесь. Эта штука здесь. Запустите процедуру стыковки. Запустить гидравлические системы. Активировать систему наведения. Все понятно. Правильно? Правильно. Ладно, гоу в лестницу, потому что это единственный проход. По карте иди. Да вот что-то меня карта куда-то не туда ведет. Блин, здесь ничего нет. Ладно, гоу только по карте.
Вот прям по карте. Ой. По-моему, все же там надо было куда-то дальше пролезть. Стороны. Как с другой стороны-то, если там некуда лазить? Понимаешь? Ну вот. Теперь я вылез где? Стыковочные зажимы. Блин, он сейчас вылезти может. Блин. Чё, два что ли? Оказывается, как будто оно внизу где-то. О, коробка. Где это? Где этот выключатель? Я не понимаю. Зажим. Жим-жим-зажим. На этом компе, около которого Android разговаривал? Здесь комп есть один. Блин, стой. Стой. Хорош. Бесит, когда нихера непонятно, куда идти. Просто нихера. Вот я должен методом тыка 300 раз умереть и потом пройти. Почему сразу вот нельзя вот тыкнуть? Вот тебе надо сюда. Ёпонский городовой. И чё, с какого момента я сейвился? Я же их не включил, да, еще? Уроды. Урочи. Просто половина компьютеров светится, и непонятно, какой из них мне нужен. Так, нет, плохая попытка. Ладно, эту штуку, короче, кину в другой конец, если увижу его. Thank you.
теперь в центре комнаты должен быть комп. Можно начинать стыковку. Хорошо, Рипли, теперь дайте команду раскрыть стыковочные зажимы. Вот здесь, да? Вон. Да, точно. Помню, дроид стоял за этим компом. Примерно здесь. Доступ к главному пульту управления. Верлен, зажимы готовы. Теперь идите к верхнему пульту управления. Это куда, прости? К верхнему пульту управления, к верхнему. Детка, а поточнее нельзя? Ага, калитка открылась. Даже гранату кинул. Бля, так ползуна. О, блин. Все пылает. Я вниз хочу. Горим просто. Дилемма пройти и посмотреть без спойлеров. Ты уже, Джерри, посмотрел больше половины. Так что ты уже себе заспойлерил все, что только можно было заспойлерить. Оборудование для выхода персонала в открытый космос я в процессе выхода. Обратитесь к инженеру компании. Обычно люди сначала сами проходят, потом смотрят. Как бы принцип зрителя. Оборудование для выхода персонала в открытый космос. Верлен, просто нет! Его давно уже убрали! Что? Погодите, я попробую использовать платформу техобслуживания. Надо только найти скафандр. Я доберусь! Осторожно, Рипли! Оборудование для выхода персонала в открытый космос. Так, сейчас я могу сказать только, что система Севастополя работает нормально. Это наша орбита на KG-348. Так, смотри, журнал демонтажа, запись. Оборудование для выхода персонала в открытый космос. Запись журнала техобслуживания. Есть! Обратитесь к инженеру компании. Это сейчас что было? Вы видели? Вот здесь. До шлюза. Вау. Боже, эта станция похожа на один гигантский трансформер. Так, шкаф мне здесь вряд ли понадобится. Даже ничего полезного. Ладно, еще раз. Я так понимаю, теперь мне на другой конец коридора. Параллельный проход. Может, я сейчас забаню к чертовой матери. Я аж с испугу гранату кинул. Фильм Full HD, конечно. Только Full HD. Только качественный контент. Что у меня с огнеметом? Понятненько.
Давай еще вылезем мне здесь. Если он из пола появится, я заикой останусь. Что за хоррор? Название стрима прочитай. Там написано. А, да. Заряди огнемет. 36 это чисто два пшика. Вот просто пыщ-пыщ и все. И все. По... Так. Дружище, давай ты отсюда уйдешь. Ты здесь не рады. Где мои, блин? Так, аптечки. Не-не-не. Ёпер-метеатр, их там просто штук 300. Чё делать-то? Их там просто нереально. Может, ты в аду сгоришь? Так, короче, я тут всех знаю, это мой корабль, я тут Рипли, все дела. Свои методы. Так, где я? Так, вот здесь должен быть люк. Я должен вот здесь вылезти. Потом оп, оп, и в скафандр. И пока-пока. Да? А что, тупик, что ли? Здесь была дырка? Какого черта? Открой! А это? Оу. А чё они до этого не открывались? Так. Там выхода нету. Здесь есть люк. Блин, я не туда уполз. Фак. Блин, еще дальше уполз, чем надо. Я же точно помню, я вот тут вот залез и... Ну ладно, что, придется. Не, ну как так, стоп. Давайте определимся. Там налево проще. Сейчас, первый поворот налево. Сейчас, вот здесь вот должна быть маленькая дверца, которая меня приведет к нему. Выход. Вот она. Стоп. Ну, по крайней мере, она ближе. Давай, вылезай. Сейчас влево и все. Покер, чем больше ты пишешь, тем меньше от тебя толку. Тихо-тихо-тихо. Что ты шалишь-то так? Ладно, короче, последний. Блин! Черт! Ладно, за Айор.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я же не хотел в потолок кидать. Поджег корабль, блин, коктейлем. Лучше бы выпил напоследок. Ну давай, давай, давай. Красиво пролезть. Да я понял, что красиво, только вот я не понял, куда. Я понял, что в этот поворот, и там выход либо вправо, либо влево. Так, что у меня еще есть сейчас? Сейчас, ну надо же как-то красиво. Так, звукового нету. Дымовой нету. Г нету. Дымового-то еще один. Дымового-то. Сейчас он провалит отсюда, я просто не могу, не могу. Могу отсюда уйти туда, если он везде бегает в центре. Я знаешь, надо налево. Можно было кинуть. Я клей пропустил, пацаны. Просто баллистика неудобная. Сейф! Отлично. Призрак, блин. Рипли. Ой, где я? Что происходит? Рипли, ты жива, нет? Какого черта? Что они тут делают? Вы тут что, трахались, что ли? Отлично. Че, руку себе сломала? Блин, вот и фак. Яички! Ё-моё! У меня есть хоть что-нибудь? Да, новости неутешительные. Вернуться к шлюзу. Как будто это что-то изменит. Я понял, что у моего огнемета патрон нету. Каждый клик сейчас будет решать. Каждый клик будет решать. О, нет! О, черт! Отличное время и место. Нашли, где спариваться, блин, на моем корабле. Патрончики. Рабаш есть, но он как-то не очень эффективен. С него, во-первых, можно промазать, во-вторых, факт, что они с первого патрона сдохнут. Это вроде... Господи, сколько вас тут... Подобрал патроны, но их мало. У меня дробаша тоже осталось, кот наплакал. Там 9 выстрелов, он еще и перезаряжается 3 года. Ой, тихо.
Все, теперь можно идти. Давайте, если бы они саморегенерировались, это было бы ужасно. Блин, классно. Развалы сумасшедшие. Даете. Когда они всю эту... Когда это все успело разрушиться, я не понимаю. И парами ходят. Было бы сейчас 500 патронов, здесь все бы поджег, к чертовой матери. Интересно, а на этих двух ребятах кто-нибудь умирал? Интересно же посмотреть. А! Где я вообще? Где я нахожусь? Параллельно вселенной? Отлично! Как я мог оттуда попасть сюда вообще? Каким образом? Я же в шахту упал, которая внезапно открылась. Так, это я место тоже помню. Опасно. Может, гитарку? Так, патрончики. Reload. Вниз. Полезли. Скафандры в лифте. Даже не знаю. Братка, что с тобой? Тебе плохо? Файеров у меня до жопы. Только бы добраться. Чего? Вот мне ноги. Никто электричку не вызывал? Так, стоп, во. Так, чатик, передаем за проезд. Господи. Как меня это напугало? Писец. Вообще писец. Просто как в пункте назначения. Мама, меня сбила электричка. Как же это круто просто. Только бы добраться. Я реально наложил. Просто клал и ложил. Ждем следующую. И она по таймингу. Хотите поржать? Вот я специально сначала спустился вниз, а потом назад. Ну то есть типа как бы чтобы уйти от поезда. И назад меня уже не пустили. Мне сказали, все, парень, ты умер. Fatality. Только бы добраться. зацепил. Не, я уже рассказывал, наверное, на стриме Cool Story, как однажды ехал в поезде, ну, в первом вагоне метро. И когда поезд, ну, уже тормозил, когда к станции подъезжал, почти на полном ходу, короче, этим... зеркалом заднего вида, которое около первого вагона, короче, мужику в лицо просто in the face.
70 км в час. Мужика сразу вырубило. Так, тихо. Вот смотрите, видите? Кошмар. Так, чё, а здесь как? Вперёд, что ли? А вдруг они по таймингу ездят? Ой. Ну, остался он жив или нет? Но я... Что с мужиком было. Вот со мной сейчас точно что-нибудь произойдет. Двери запилены. Так. По идее, куда-то вот сюда надо, наверное. Я не представляю, что у вас там с акустикой творится. Вообще не представляю. Я в наушниках охреневаю просто. Я вам даже завидую. Так, топливо есть. Еще есть. Так, люка, здесь в конце какая-то лестница. Комната техперсонала. Закрыт, скорее всего, да? Эй! Да, закрыто. Чужих сюда заманить? Пошуметь? Кстати, чекмейт, давно хотел мегалодон узнать. У них как звук вообще, нормальный? Звук такой. Снято с продажи. Так, кстати. Это что было? Чего? Ну, продукция, когда новая выходит, она... Его убирают с продажи, заставляют новые товары. Ой, ё! Это не я. Ой. Космос. Фирменный костюмчик. Так, мальчики отвернулись.
поехали. Оу, щит. Так, смотрим на просто божественный вид. Ой. Не придавило. Просто неописуемо. Поехали, а-ля Half-Life. На 30 минут. Боже, этот звук. Не спойлери себе. Выйди со стрима. А то тоже, кстати, проходит Alien Isolation. Под впечатлением говорит. Откуда звук? Ну, во всех играх, где есть космос, всегда был какой-то приглушенный звук. Всегда так было. Просто во всех играх абсолютно. Я на месте. Должно быть два механизма для аварийного отсоединения. Вижу. Так. Два механизма. И чё? Ага. Оу. Фак. А как вылезти-то из этого? А вот. Я знаю, что в космосе звука нет, но, блин. Если бы здесь была полная тишина, и вы бы ничего не слышали, было бы хуже. Так, стоп, а чё второй-то не работает? А вот. В Dead Space был звук в космосе. Он тоже был приглашенный. А... Пока. А. Не-не-не. Не. В смысле? Я же жал. Я же нажал. Или не нажал? Я куда? Куда? В смысле? Что? Я... Умирать. Как не нажал-то? Нажал я? Я... Понесла? Все понятно. Так, чужой, извини, я тебя немного подвину, ладно? Ты же не против? Использовать пропуск. Не, мне показалось, что всего один раз надо. Она же сказала только рычаги повернуть. У меня рычаги. Ой. Черт, их двое. Так, в автоматическом режиме. Сейчас, ребята. Не. Нет времени объяснять.
посмотрел вчера первую часть фильма. После прохождения сегодня будет вторая. Да. Мне же здесь, не знаю, процентов 80 взяли из фильма. Ну и из Прометея. Я платил за проезд, переехал. Это было очень круто. Я прям слышу их дыхание рядом. Ублюдки, сдохните! Так. Верлен, я иду к вам на мостик. В скафандре? Блин, ну ладно. Помню, здесь поугарал по началу игры. Вот эта штука для чего? А, это для этого, для анализов. Последить за окном. Что там? Да, я помню. Может, его снять где-нибудь можно? Так, эта дверь не алё. А, вон. Опа, они же... Странно. Ой, ё! О! Чёрт. Омг. Я живой. Омг. Просто, ну, шок. Ну что, друзья, GG. Это стоило того. Не, реально круто. Это очень круто. Я давно не таких ощущений от игры не испытывал, и такой длины проходил ее примерно 20 часов, как мне с самого начала и говорили. Блин, ну круто. Очень много игровых моментов, которые заставили прям
реально порадоваться, что такие игры еще выходят, и что разработчики могут делать что-то реально качественное. Гравитацию, да, конечно, смотрел. Впереди фильм «Чужой», вторая часть. HD, все дела. Так что не расходитесь. Первая часть вчера была на стриме, многим очень понравилось, тем, кто не видел первый раз. Очень много всего связанного с игрой. Сделано тоже по игре. Ну, круто. Ну, в конце, кстати, могли бы тоже более подробно показать. Что конкретно было? Только закончил дела. Ничего, запись пишется, она появится на Ютубе и в группе ВК уже завтра утром. Режиссерская версия, не знаю. Черная дыра, не смотрел. Я выбирал этих модеров. Все мои модеры замечательные люди, нормальные. Смотрят мои стримы регулярно. Круто. Да, вторая часть уже скачана. Привет, Зерк. Здорово. Приходите почаще. Друзья, пока вы тепленькие, очень хотелось бы пропагандировать такую штуку, как подписки на стрим. Вот, кнопочкой подписаться, чтобы у вас всплывающее окно показывалось на ГГ о том, что стрим начался. И чтобы вот здесь тоже стрим отображался. Вот, вот здесь вот. По сердечку. И вступайте, конечно же, в группу ВК Зерк ТВ. Не пропускайте никакие анонсы. DLC. Я сразу спрошу, а уже вышел DLC? Они же только релиз игры выпустили неделю назад, по-моему. Или полторы-две. Или я не прав. Как вам игра? Вот пока вы в чате, пока вы на записи, и пока вы можете в чате свое мнение написать. Мне безумно понравился звук. Мне безумно понравилась озвучка. Мне понравилось, что есть заставки. Обычно в таких играх, ну, в принципе, заставок практически перестали делать. Уже есть два DLC. Уху-ху-ху, го проходить. Фильм по времени идет, ну, полтора часа или два, как обычно. Конечно, буду в DLC играть, надо будет только скачать. Нет, звук в игре очень божественный. Озвучка... Очень мало было, конечно, эмбиента и каких-то саундтреков. Но там, где нужно, музыка была. И атмосфера крутая всегда была, и Чужой все время пугал, появлялся в неожиданных местах, и первые три появления с Чужим я вообще не забуду, наверное, никогда. Но 2 числа уже чемпионат мира по дифрагу 2014 года. И игра очень крутая. В ближайшее время хотелось бы, ближе к Новому году, пройти, или может быть даже в ноябре начать проходить какую-то игру. Какую, не знаю. Metal Gear Rising вот хотел пройти, там Raider хотел пройти, Dead Space хотел перепройти, Alan Swarm мы должны были начать проходить вторые и остальные все уровни. Потому что мы прошли только первые, и вы помните, как это было эпично до 5 утра. В общем, все это хотелось бы пройти. Плюс DLC Alien надо проходить и так далее, так далее, так далее. Все это будет в ближайшее время. Ближе к Новому году, и я даже думаю, точно после, потому что перед Новым годом там финальные раунды чемпионата мира, там я буду очень много затрачивать дифраг. После Нового года точно будет новогодняя программа. Много будет чего веселого. Надеюсь, буду стримить турниры опять по старику в большом количестве, если они будут. Постараюсь, по крайней мере, стримить их побольше. Буду за ними следить. Ну а пока ждем титры. Организация первого фильма в игре. Так, Alien Isolation и также практически экранизация. Почти всего. И начало, и середина, и концовка. Вечные титры. Да не. Devil May Cry. Да нет, не до этого пока. У меня есть много игр в планах, которые я хотел пройти. И Deus Ex одна из них. Сейчас будет уже с кино, когда будет... Как только чайку налью, чашку отнесу. И вы подготовитесь. Нет, титры всегда заканчиваются. Просто они всегда длинные. Но игра очень длинная. 20 часов прохождения. Сэджи в 2015 выйдет.
не близко. Конечно, скажу свою защиту, даже не знаю. Но я, в принципе, специально не проходил ее сразу, как только она вышла. Потому что заходил просто в раздел трансляции и видел огромное количество стримеров, которые играли в эту игру. И получается, игра новая, и все хотят ее посмотреть. Это не очень, наверное, прикольно. Не, StarCraft будет, наверное, все же завтра. Да, завтра воскресенье. И сколько фильм? Да, я думаю, минут 5-10. Не, игра очень крутая. Не знаю, как они это сделали, но вот пугали всегда постоянно именно там, где нужно пугать. Prey 2 еще будет. Ничего не было взято из Прометея. Так в Прометее же почти все то же самое, только с несколькими добавлениями и, насколько я помню, просто в новой графике. Это примерно такая же была. Тоже они там высадились на планету, был этот корабль, потом были эти яйца. Они начали там умирать. В корабле там были проблемы. Твич включить завтра. Да, Дескет. Я же включаю всегда Твич. Просто я сегодня с самого начала не сразу его врубил. Донный абонемент Alien Isolation. Получите до 25 марта 5 комплектов дополнительных материалов. Как только они станут доступны для загрузки, все загружаемые материалы, выходящие сюда. Никс, к чему это стена текста, я не понял. Дор ДЛЦ, команда смертников. О! Смотрите, как выглядит нарисовано это. Это она как манекен. Круто. Ну как скачаю тогда, так и будем проходить. А вот DLC будет. Дофига DLC будет. А-а-а. Странно, что они так много их выпустили. Обычно DLC выпускают через какое-то время после релиза. Сразу-то. Радиатор. Когда будет ночной показ в кинотеатре? Когда-нибудь. В далеком-далеком будущем. Кстати, в меню игры есть... Сейчас посмотрим. Какие-то параметры были, которые я не помню. Что они означают. Так, у нас есть дополнительно. Нет. Есть магазин Steam. Есть настройки. Есть команда смертников. Последний выживший. Питание. Что, прям уже? Give you within. Пока, не знаю, надо посмотреть обзор этой игры. Они длинные, каждый из них, Никс? Или кто-нибудь знает? Какой режим? Какая-то тварюга. Огромная. Спойлеры. И она уволокла Бретта? Да, воздуховод утащила. Меня больше волнует, что она шарится тут по вентиляции. Мы это используем. Заманим тварь по главной шахте вентиляции прямиком в шлюз. И кто будет приманкой? Обалдеть. Я могу выбрать, кого туда отправить? Ну, нигеры, конечно же! Я полезу. Паркер, ты заманишь существо в главную шахту. Охренеть. Мы запрем его на нижней палубе, Эш откроет шлюз. Чуваки, гол завтра проходить. Запрем техобслуживание. Через них мы с Ламберт и Рипли будем следить за перемещением. По-моему, очевидно, кто еще полезет в трубу, кроме нигера. Блин, мы только вчера, реально. Мы только вчера смотрели фильм, первую часть.
Посмотрите, как она похожа. Кто ты? Обалдеть. Так, стоп, а Нигер, а остальные чего? Короче, напишите, пожалуйста, в чат нормальный ответ. Когда... Сколько по времени они проходятся? Чтобы я прикинул, смогу я завтра два дополнения пройти или одно? Не, сейчас уже не торт. Что можно сделать с собой? Я нигер? Да нет, я же женский кашель. Минут 30. Ну, в моем исполнении, значит, час. Фильм комментить. Да нет, зачем? Там все нормально. Давайте, наверное, я остановлю запись текущую и выложу ее в свою любимую группу. Вот. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на группу ВКонтакте, Zerg TV, следите за анонсами хотя бы раз в день. Заходите и читайте вот такие анонсы в таком коротком и информативном стиле. Во сколько, когда, чего. Еще обычно я ссылку на стрим сюда добавляю, но вы уже и так знаете, где и когда я стримлю. Спасибо большое для записи за внимание. Не забывайте посещать раздел видео. Плейлист прохождения игр тоже рекомендую. И кому понравилось прохождение Алиена, советую посмотреть Outlast. И, наверное, да и Singularity посоветую проходить, посмотреть. И вообще зайти на YouTube-канал. Просто тупо на YouTube-канал, где он. Вот. Вот мой YouTube-канал с водами. Там есть плейлист прохождения игр. Спасибо. Игра была действительно классная. Спасибо всем, кто посоветовал ее пройти. И на стриме я еще остаюсь.